сука, ну и что это такое? Пол тачки нету, ёбаный в рот, ну что это такое, а? И главное, так уходил, прям лидировал, блять, и теперь на этом куске говна, пол тачки, ёбаный в рот, пол тачки. Ну что это такое? Гандоны. Я, главное, на прокачанной тачке не несусь, но это только в этой игре такое говно. Все, теперь ты едешь на пол тачки. Так видос этот назову, пол тачки. Сука. Три круга на пол тачки. Два, технически. Машину заносят, пипец как просто. Нормально ехал, теперь, блин, как будто ветром ее огибает не в ту сторону. Трекфест. Так, ну тут еще один будет этот ебучий момент. Ох, ежик, да. Вот теперь я уже, сейчас еще и билборд снесу. К хуям собачьим, они уже нагоняют, а у меня только полтачки. Это я понял, эта трасса специально так сделана, чтобы ты попытался... Пошел нахуй, блять! Кто там сзади? А, там, наверное, видать, какой-то крэш произошел. Потому что резко от меня все отстали. Надо будет на реплее посмотреть, какой крэш произошел на третьем круге. Ёжика. Просто помял мне тачку. Ну, вроде еду. Пол тачки. При этом только в этой игре. Каждый раз, когда сажусь в дёрт пятый играть, так скучно. Каждый раз машинки дают, что-то там вроде погода. Джойстик DualSense работает. Все замечательно. Ну там так скучно. И машиной управлять неинтересно. Зажимаешь, как в Horizon, триггер на газ, и все. Даже отпускать не надо. Здесь газом работаешь, тормозом. Машину поддрачиваешь постоянно. Блин, круто. Интересно, другой вид управления есть? Фу. Я все время так вот смотрел. Давайте повтор посмотрим. Так. Ну, стартуйте. Поехали. На третьем круге меня интересует преследователь, на втором круге меня интересует. Потолкался немножко, вот Хаммер оттащил к отбойнику. Живой он там остался, нет? Живой. Красиво так. Все, я тут в закат ушел. Там было пофигу. Просто вот никого за мной нету. Ага, вот уже чуть-чуть помялся. Но вроде еще живой, все норм. И вот я выезжаю, за мной пацаны едут. Все вроде норм. Ну так, помятый немножко бачок. Так, минус шины немножко. Но в целом еду норм. Хотя уже помятый, я не видел, что я такой сильно помятый. Так, аккуратненько поворачиваю. Максимально замедляем и смотрим этот эпичный момент. Лечу, 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 и все вроде норм. Но, по-моему, меня кто-то толкнул, как дался. Вот он, кне. И дверь моя отлетела. И бам! В бочину на полной скорости. И все, собственно, дуга помята. Багажника нету. Да. Это пиздец. И, по-моему, с пилотом что-то. Я не видел, что с пилотом такое. Но посмотрите на пилота. Там полпилота едет, собственно. Да, то есть там полпилота только. Он сидит непонятно на чем. Ой, жесть какая. Ну, немножко трешово, конечно, такая физика, потому что тут уже машины считают, что нету. В реале бы она не поехала. Но смешно, смешно. Ехать на таком куске говнище. С половинкой пилота. Мне интересно, где мои преследователи?
Вот они все время преследовали. Из-за того, что тачка говно сильно заносит, я очень аккуратно ее вел. И поэтому они имели возможность меня догнать. Вот, нормальная скорость. Вот они едут. Я уже еду билборд сносить, но удержался. Пол машины. Пол тачки называться будет этот ролик. Так, смотрим, что с ними произошло здесь. Вот, Номад за мной едет. Он меня должен был догонять. Я объехал. Покажите, что сзади произошло. Где, где камера? Покажите, где камера? Где это? Какая кнопка тут? Вот кнопка. Так, камера. С кабины капот, бампер близко, сзади свободно. Вот. И что там произошло? Вот несется Номад. Вот он должен был меня догнать. Вот что с ним случилось. Вот оно что. Ну и все, дальше он меня уже не догнал, конечно же, да. Ух, какой-то чувак на тракторе пронесся. Ну, дальше я победил, да. Супер. На полтачки проехал. Так видосы назову. Полтачки.